Паркуйся, как умеешь. Улица Народная в районе Северского рынка уже давно превратилась в импровизированную парковку на свой страх и риск. Хотя у многих водителей нет ни страха, ни простого уважения к другим участникам дорожного движения. Водители паркуют свои автомобили, зачастую не задумываясь о том, что это может помешать проезду других. Несмотря на то, что нарушения в районе Северского рынка носят постоянный характер и периодически нарушители штрафуют, проблема не решается. Сотрудники ГИБДД отказываются комментировать сложившуюся ситуацию. Следует все-таки отметить, что после появления представителей правоохранительных органов на какое-то время улица Народная снова начинает напоминать проезжую часть.